Так, добрый день, друзья. Смотрите, хочу показать, это отель Ares Dream и как идти на пляж, то есть какое расстояние и как спускаться к нему. Вот, ну, получается, я нахожусь сейчас в самом отеле, вот только зашел в Ares Dream. Вот ресепшн Ares Dream. Вот сам отель, ну, его часть играет водное поло, ребят. Теперь, получается, мы разворачиваемся и выходим с отеля. Вот мы выходим с отеля. Мы вышли. Попадаем на главную улицу Кемера. То есть вот она туда идет, на центральную часть, чтобы попасть в центр Кемера, направо. А мы должны пойти вот туда, вот через дорогу перейти и спуститься вниз. Здесь вот магазин Вайкики. Сейчас я еще раз покажу, смотрите. Вот сам Ares Dream. Флаги развиваются, видите? Российский, украинский, европейский, турецкий. Так, смотрите, вот главный вход в отель Ares Dream. Вот ресепшн Ares Dream. Мы, получается, выходим, должны перейти улицу. Должны перейти на ту сторону движения. И вот туда спуститься. Сейчас мы спустимся, я покажу. Так, друзья, вот мы идем, переходим дорогу на ту сторону. Здесь напротив отель Амстердам. Мы, получается, его огибаем. И будем идти, в принципе, по его, ну, рядом с его территорией. Вот Вайкики. На той стороне большой магазин Вайкики. Есть еще один Вайкики в центре огромный. Там, получается, он возле мечети. Это другой Вайкики. Вот, получается, мы спускаемся вот туда. Вот по горе спускаемся вниз. И попадаем в парк. Сейчас я отсниму тоже кусками. Вы будете видеть. Мы будем идти. Вот, получается, мы идем, спускаемся и спускаемся вниз. Вот мы идем дальше, проходим Кемер Дрим отель. То есть, как бы ориентиры, чтобы вы понимали. То есть, справа вот по дороге, вот Кемер Дрим. Потом будет еще один. Вот он, Кемер Дрим. Спускаемся дальше, идем. Так, вот мы еще спустились. У нас сейчас вот уже справа будет отель Rocks Royal. Ну, это новое название, раньше он по-другому назывался. Сейчас мы от Rocks Royal спустимся, там будет парк уже. Ихний центральный кемеровский парк. Там с левой стороны здесь еще одна пятерочка. Гидроскут. С правой стороны рояль. Rocks Royal. А здесь гидрос. Сразу выход на море идет. Первая береговая линия. Еще вот буквально 2 минуты, и мы будем у моря. Здесь вот небольшой, слева еще есть таксопарк. Дальше прямо есть фотозоны, перевернутый дом. Тоже потом отснимем. В парке здесь есть гуси, утки, индюки. Вот кричат, даже слышно. Здесь находится пляж Rocks Royal. И еще тоже вот часть отеля. Здесь чуть ниже идет, у них сейчас небольшой ремонт.
проходят с той стороны. 5 звезд. Мы его немножко огибаем, и будет спуск вниз к пляжу. Мы его обошли. А здесь вот есть такая зона кафе. В том году ее не было. Здесь такие гамаки, мягкие кресла. Вечером красиво зажигают фонарики. Все, и спускаемся вниз. Вот здесь прям дорожка такая забетонированная. И до самого низа, и уже видим море. Море и горы. Вот уже сам пляж, именно Рокс Рояля. Свой пирс. Вечером здесь дискотеки. Тоже фонарики зажигаются красиво очень. Пляж галечный. Тоже здесь на пляжу прям есть экскурсии, парашюты и все прочее. Здесь вот удобно можно пройтись прям по тенечку. Лежаки тоже можно брать платные. В этом году мы, правда, не узнавали, сколько стоит лежак. В том году было на целый день можно было взять лежак $2. Вот здесь считается центральный пляж. Сюда любят приходить сами местные жители, турки. Они прям приходят с семьями. Сейчас мало, но вот вчера-позавчера было прям много, большие компании. Прям разлаживали здесь столик, стулья и сидели. Много деток. Пляж бесплатный. И вот рядышком возле нас тоже Пятерка. Кристалл Делюкс. Пятерочка. Кристалл Делюкс. У них не называется флаг синий кристалл. Да, тоже у них отдельный пирс свой. И чуть выше идет за ними прям клуб. Кристалл, клуб Аура, ночные клубы известные в Кемере. Пойдем потрогаем водичку. С утра, вот мы уже находимся здесь третий день. С утра прям волны огромные, ветер и волны. Сейчас время 5:30. Вечера. Вот волны немножко стихли. Вот такая красота. Потрогаем водичку. Водичка примерно градусника нет у нас, но по ощущениям где-то 25-26 в конце июня. Ну, сейчас вечером прям водичка комфортная. С утра, может быть, из-за того, что были волны и ветер, немножко некомфортно было заходить в такую температуру. А сейчас вечером очень хорошо. Пройдемся сейчас через Crystal Club и пойдем сходим на их пирс. Будем нырять с пирса. Здесь можно спокойно пройтись через все отели. Никто никого не останавливает, не проверяет ничего. Барная стойка Crystal Deluxe. Thank you.
Кто хочет, может с берега заходить, кто не любит гальку, отправляется на пирс. Давай, Даня. Аня. Даня, кыш. Третий пошел. Опа. Опа. Класс. Анька тяжелая кыш. Глубоко ушла. Имеет вес. Ну. А, водичка хорошая. Не слизу. Разбега? Давай. Да, что не? Просто ты запомни, где точка без возврата. Аня, аккуратно. Чтоб не оступилась, не дай бог. Ну что, кто следующий? А? Кто следующий? Женя! Ой! Ой! А красный. Да, хорошо, мы сегодня подгорели, да. Так, все, попрыгали. Идем полежим, позагораем немножко. Друзья, это был небольшой обзор. Дороги от отеля до пляжа, до муниципального пляжа бесплатного, который расположен между Рокс-Роялем и Кристаллом. Ну что, друзья, спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!